Ну а теперь к основным новостям выпуска. Жители Боровска ждут не дождутся дня, когда можно будет отказаться от нагрева тазиков и от водонагревательных бачков. Лето в этом году в Соликамске выдалось холодное и дождливое. Поэтому особенно в такую погоду дома хочется тепла. На горячие батареи летом рассчитывать не приходится. А вот горячая вода исчезает из домов всего на 2-3 летние недели. Совсем недавно мы рассказывали о ситуации с отключением горячей воды в Боровске. Ремонтные работы и чистка труб в этом году начались по плану. Продолжительность отключения горячей воды была установлена сроком не более 2 недель. Подать тепло по трубам планировали 7 июля. Мы давали объявление, что у нас по 7 включительно проводятся ремонтные работы. Поэтому сегодня тепловая сеть заполнена. Сегодня проводим испытания, прессовку, и к вечеру будем нагревать. Все нормально.